Всем привет, с вами Ник, и сегодня я решил сходить в обычный музыкальный магазин и посмотреть, что же можно купить для начинающих музыкантов. Пойдемте. Не все мы с вами, к сожалению, живем в городе Москва. Вот, и не имеем доступ, ну, уже к приличным инструментам, да, чтобы зашел, там гибсоны висели и так далее. И по всей нашей стране расположены вот такие вот локальные магазины, где смысла нет держать дорогие инструменты, потому что все эти магазины нацелены, в общем-то, на начинающих музыкантов. И вот мой совет, когда вы начинающий музыкант, приходите в магазин, первое, что вы видите, это различные гитары, какие-то красивые, какие-то нет. То есть они все, в принципе, здесь по своей сути одинаковы. Какие-то подешевле, какие-то подороже, но по звуку они практически все одинаковые. Первое, на что надо обратить внимание, это сколько вы готовы потратить на инструмент, сколько вы готовы денег оставить в магазине. Вот. Второй момент, это что вы собираетесь на нем играть, какую музыку. Если что-то легкое, ну и в то же время там пожужжать, то лучший вариант, пожалуй, из представленных здесь, это Yamaha Pacifica. Универсальный, для начинающего очень хорошо, и отстраивается нормально, и звучит неплохо. Если же вы любите тяжелую музыку и нацеливаете себя на исполнение именно тяжелой музыки, то можно обратить внимание, допустим, вот на такой вот Ibanez Gio. Вполне себе нормальная гитара. Можно обратить внимание на вот такой бренд SGR. Это сделано SGR by Schecter. Тоже по своему качеству для своих денег 10 тысяч вполне подойдет. Немаловажно обратить внимание на качество изготовления ладов. То есть вы берете инструменты, проводите вот так вот плотно прилегая пальцами к грифу. Если же у вас сильно где-то задевает палец и остаются такие как черточки, ну вот тут, да, вот тут вот есть один лад, который надо подточить. То есть это с помощью напильника аккуратно, конечно, убирается, но в таких инструментах это частое явление, в общем-то. Вот. А что касаемо электроники, фурнитуры и всего остального, оно, в принципе, везде все одинаковые. На всех инструментах, которые представлены обычно вот в таких локальных магазинах. Помимо того, что вы купите гитару, да, вы определились с бюджетом, выбрали, вас все устроило. Вам понадобится комбик. Как видим, здесь есть всякие разные, то есть маленькие, побольше, еще больше. Ну вот, допустим, вот этот Marshall, да, MG30CFX, ну, вполне домашний комбик. Вот, стоимость 15 тысяч, достаточно неплохой выбор. Есть поменьше, из той же линейки. Он 15-ваттный, это 30-ваттный. То есть, ну, этот погромче, конечно, будет. Вот. Есть вот такой Roland Cube.
очень популярен, его покупают, у него тут всякие эффекты есть, и, в общем, целый процессор тут стоит для ваших начинающих нужд, будет сам топ. По бас-гитарам давайте пройдемся. Тот же самый принцип, как и с электрогитарами. То есть смотрите на цену, на внешний вид, звучат они приблизительно все одинаково. Ну, из всех здесь присутствующих подписная модель Виталия Дубинина из Арии. Вот Ария Pro 2, ну, нормальный инструмент для начинающего. Волюм, тон, все. Все то же самое. Определяйтесь на свой кошелек, смотрите на внешний вид и ориентируйтесь на свои уши. Не забываем подписываться на мой канал, заходить в сообщество ВКонтакте, туда тоже до кучи. С вами был Ник и удачных вам покупок. Пока.